Hello, how are you? I'm fine, and you, Mr. Man, how are you? How is your life? How are you? I'm fine. What you doing? You can put it here. What are you doing today? Today I'm reading Latin, just because on Thursday I'm having exam. Latin. This is your medical Latin. Oh, Latin. Yes. Tomorrow? No, on Thursday. Oh, okay, I understand. Yes. Where you study? I'm studying in the bar. In the bar? In the bar, yes. Yeah, club. Yeah. Club. No. University. Oh, university. I'm studying at Severn State Medical University. Oh, okay. Yes. Where are you from? I'm from Zimbabwe, specifically from Harare. Harare? Yeah, the city where people don't sleep. What capital? What is the capital? Capital, it's Harare. Harare, yes. Okay. It's Africa. Yes, it's the southern part of Africa. Okay. I can call it maybe the northern country to the South Africa. Oh, okay. Now, yes. Now you study in Russia, right? Yes, now I'm studying in Russia. Oh, you study cast English, you study last year English? Yes, last year I studied Russian language in another city which is called Barnaul. Barnaul, something like that. Are you good last year language? Oh, in Russian language, they say, some people used to say your Russian language is good compared to those who lived in Russia, foreigners who lived in Russia for about 5 years. Okay. But it's only just that you have 2 years now in Russia. Now, we were talking about Russian language, you can? Yes, of course, I can speak Russian. Привет. Привет. Как у тебя дела, друг мой? У меня нормально. Ну, охуенно, хорошо. Yeah. Mm-hmm. Как тебя зовут? Меня зовут Малачи. Малачи? Да. Какой факультет ты учишь? Ну, я учусь на фармацевтический факультет. А ты сколько лет будешь учиться? Но еще осталось 4 года, значит, фармация – это специалист, который можно учиться за 5 лет. Oh. А как учиться по-русски? Трудно или нормально? Я тебе. А что? Как по-русски учиться? Как по-русски учиться? Учиться я учу по-русски нормально. Ближе к хорошо. Хорошо? Ну, обычно. Что у тебя есть информацию? Покажите. Что еще? Что у тебя есть информацию? Скажите, пожалуйста, что ты знаешь о Томске? Я просто знаю, что Томске – это охуенный город. Здесь все старые здания, это типа каменный век город, а Барнаул это типа новичный город, здесь вообще охуенно, непонятный город, мне не нравится, на улице вообще охуенно хуйня там и что-то, не знаю. Почему ты приехал в Россию учиться? У тебя как? Почему я приехал в Россию учиться? По правде, у меня было два возможности учиться в Англии или учиться в России. Во-первых, в Англии я там опадал документ, и там это типа процесс, это очень долго. В России процесс очень как быстрее, чем Англия. И тоже как считается, что в окружающие друзья сказали мне, что лучше учиться в России, потому что это еще какие-то новые, ты будешь учиться новые языки. Я уже знаю английский, и получается, что у меня сейчас типа разговаривать по два языка, какие-то английский и русский языки. И у меня тоже друзья сказали, что у тебя будет какие-то много возможностей, как
называется в жизни, в будущей жизни, что вы же видите, что здесь работает в United Nations, какие-то в отдел наркотические отделения, что ты будешь какие-то типа переводиться, что за это лекарства, что за это, что за это, и вот я здесь в России. Все хорошо, ясно. Сегодня мы закончили, поговорим в следующий день. Спасибо большое. Спасибо. Ну, хорошо, все. Пока-пока. Пока-пока-пока.